Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания. Сейчас вам расскажу, как на вязальной машинке связать такую смешную, замечательную черепашку. Вы видите схему вязания тела черепахи, она состоит из нескольких элементов. И вязать мы ее начинаем из центра, то есть вы видите, красная полоса – это центр вязания. Мы набираем 80 петель на вязальную машинку, плюс по одной петле с каждой стороны, и выполняем вязание. Сейчас я буду комментировать каждый элемент. Итак, набрали 80, сделали расстановку игл. 5 игл у меня стоит в рабочем положении, 6 игла в переднем нерабочем. 5 игл в рабочем, 6 игла в переднем нерабочем. Включаем рычаги частичного вязания и провязываем первым отделочным цветом 5 рядов. У нас получаются накиды на иглах, стоящих в переднем положении. После этого мы провязываем общий ряд, сбиваем накиды и таким образом выполняем два элемента вязания тела черепашки – розовый и голубой. Иглы с накидами работают у нас в шахматном порядке. Обратите, пожалуйста, на это внимание. После того, как мы провязали два элемента, снимаем наше полотно на брусовую нить. И надеваем заново на иглы, но уже за минусом 1/4 иглы. То есть каждую четвертую петлю мы надеваем на третью иглу. То есть 3 иглы, 3 петли, четвертая петля на третью иглу. Мы убираем 1/4 полотна. И провязываем дальше точно такой же узор. Сокращаем его до 3 петель. То есть у нас не каждая шестая игла встает в переднее положение, а каждая четвертая. И таким образом мы провязываем по нашей схеме 12 рядов. Провязав 3 яруса узора, снимаем полотно на брусовую нить и надеваем на иглы, стягивая наши петли на 1/3. То есть мы надеваем одну петлю на одну иглу, на вторую иглу 2 петли. Одна игла – 1 петля, вторая игла – 2 петли. Узор сокращается до 1 петли. То есть, если раньше начинали мы с того, что в рабочем положении стояло 5 игл, то в самом центре нашей черепашки в рабочем положении стоит одна игла. То есть накиды идут через иглу. Когда мы закончили провязывание полотна, убираем каждую вторую петлю, то есть пересаживаем ее на соседнюю иглу, провязываем один ряд и снимаем все петли на толстую иглу, либо на коромысло. И затягиваем. Таким образом у нас получается готовый центр черепахи. Переворачиваем полотно. Поскольку мы начинали с брусовой нити, у нас открытые петли со второго края. Надеваем их на те же 80 петель и провязываем 5 рядов. Все как у нас в схеме на обратной стороне. Провязали 5 рядов, срезали на брусовую нить, делали стяжку на 1/4 петель и так далее. То есть таким образом мы с вами в соответствии со схемой выходим на очень малое количество петель, которые в конце концов, точно так же, как и верхнюю сторону, снимаем на коромысло, либо на толстую иглу. Переходим ко второй части нашей черепахи – голова. Голова точно так же состоит из одной детали, которую мы вяжем из середины в обе стороны. Набираем 36 петель, провязываем 12 рядов, убираем 1/3 петель и провязываем 20 рядов в одну сторону. Во вторую сторону мы провязываем шляпку, которая у нас будет представлять из себя воланчик и макушку нашей шапки. Итак, набрали 36 петель на брусовую нить, провязали 12 рядов, сняли на брусовую нить и сделали сокращение на 1/3. То есть мы убираем на соседнюю иглу каждую четвертую петлю. Заканчиваем точно так же, как тело черепашки. Убираем иглы через одну, провязываем один ряд и снимаем петли на коромысло, либо на толстую иглу. Шляпка черепашки. Набираем любым удобным способом 36 петель по количеству петель головы черепахи. Можно больше, больше будет симпатичнее. И снимаем на брусовую нить. Сокращаем количество рабочих игл в половину, то есть мы берем и половину петель надеваем на иглы по 2 штуки, то есть на каждой игле у нас по 2 петли, получается 18 игл. На 18 игл надеваем рюшку, на 18 игл надеваем вторую часть головы черепахи и провязываем шляпку. Буквально 5-6 рядов, и точно так же, как мы поступали
со всеми окончаниями вязания снимаем на промысло либо на толстую иглу и делаем стяжку. В результате мы получили две вот такие вот детали. Их нужно сшить, набить удобным для вас материалом. Я набиваю синтепоном из подушки. То есть покупаете любую самую дешевую подушку, либо заготовки для набивания игрушек. И получаете две полноценные детали, которые нужно соединить. Пришиваете голову черепахи к телу снизу. Далее провязываем лапки. Это 4 прямоугольника. 10 петель на 12 рядов. И делаем стяжку, точно так же, как на всех деталях. Пришиваете лапки. При желании можно пришить хвостик. Оформляете лицо нашей черепахи, и игрушка готова. На вязание данной черепашки уходит около часа времени. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.